Всем привет, дорогие друзья, с вами канал GamesPro, и я Александр, и мы будем проходить Far Cry 4, продолжать проходить. Ну и как я говорил в прошлом видео, мы будем открывать вышки. Не знаю, будет ли это так интересно, как сюжетная линия, но нам как бы надо открыть вот эти 4 вышки, и я решил записать это. Ну, понравится, не понравится, ставьте комментарии, оставляйте комментарии, там, лайки ставьте, дизлайки, вот, и я буду смотреть, проходить дальше или нет, ну, или записывать такие вот открытия, колокольня, ладно, пошли. Вон, недалеко. Ну, как недалеко. 400 метров почти. Это его, походу, убить надо. Помните, у нас было уже такое с грузом. Помогите! Помогите! Что с ним делать? Что с ним делать? Уничтожить или перехватить? Ну, я перехватил, как бы. Давайте сядем в машину. Убейте курьера, прежде чем он скроется. А где курьер? Блин. Курьер. Блин. А где он? Ну что, здесь сидел? Сзади? Все, мы его не догоним, как бы. Скорее всего. Если бы хоть развернулись на этом грузовике, то... места мало было. Ладно, курьер, походу, туда поехал, да, хрен с ним. Мы едем к вышке. Объявление от министерства. Так, радио. Офнуть. Нет. Они за мной едут? Видимо, да. Так, давайте вот здесь вот припаркуемся. И вот сюда вот. Они походу не едут, да, отлично. Так, и так, кто там? А, опять этот грузовик здесь должны быть. Вот даже слышно несколько. А нет, здесь наши. Что здесь наши делают? Вроде как эти террористы постоянно. Что? Патроны, деньги. Так, это тоже патроны, деньги. Стрелы. Так, а как же... не трогайте тетеньку. Тетеньку не трогайте. Так, а я с вас шкуру возьму. Дикая собака. Я не уверен, что эта шкура нам понадобится. Мне что-то кажется, что она будет бесполезной. Нам надо на эту лестницу. Здесь перепрыгнуть. Как сюда зайти? Как сюда зайти в натуре? Вот. Что мне нравится в Far Cry, что здесь разнообразие такое. Ну, не все вышки, они одинаковые и... Ага, вот, не увидел. Они как бы, ну, похожие, ну, и разные одновременно. Так что, не так легко все будет, как кажется. А дальше, что? Это комната какая-то. Здесь может быть. Нет, не пробивается. Да. Так, может где-то. Где-то. Стой. Это этот охотник. Дикий. Как же на нее вылезти? Давайте смотреть. Ну, мне что-то кажется, что вход внутри. Чё, он не выпрыгивает? Чё-то не... А, вот.
вход внутри должен быть. А может быть вот сюда вот надо вылезти. Ну. Давайте попробуем сюда. Не знаю, запрыгнет он сюда или нет. Помогите! А. Видимо нет. Сюда он не хочет запрыгивать. Так. Интересная вышка. Так, ну... Что ж, давайте внутри смотреть. Здесь нет. Ладно, со второго этажа. Что-то мне кажется, что здесь... А, блин, как я этого мог не заметить? Если вы заметили видео раньше, чем я, когда я здесь крутился, ставьте лайки. Пишите в комментариях. Так, а дальше? Сейчас опять. Понаприезжали здесь. Где там? Так это свои, чё вы их боитесь, что? Так, это вот сюда вот. Ну, очень классно, да, сделано. Вот, реально. Вы можете видеть. Такая вот интересная вышка. Правда, вот почему они все разваленные такие, как бы, вот, вот все они вот, какие-то недоломанные. Вот уже такое чувство, что уже поломается. Вот. Нас там чуть не заметил кто-то. А вот проезжали эти петухи. Кстати, в Far Cry 3 они же были железные, вот. Так. Там еще было прикольно, что когда вылазишь на нее, вот, и она шатается еще. Такое вот атмосферно так. Классно. Так, все, мы на самом верху. Давайте возьмем. А, ящик не открывается. Так. Ну, взламываем радиосигнал. Плюнул на труп. Дерзкий. Ну что ж, прикольно. Здесь вроде бы, я смотрю, не шатается, это наш персонаж шатается. От испугу, так сказать. Да. Хоть спускаться не надо этими замороченными путями. Вот. По тросику себе. И на этом я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.